Сразу вечера. Зарядка, у меня как, я больше 5 часов нет. Я встаю в 5 часов, включаю, смотрю «Известия». Новости то. Чтобы быть в курсе хоть. Да, чуть-чуть. Что творится вообще в мире. И в 6 минут начинается так. Кормежка, уборка. Ну, вывожу на поле кого-то. Да? А что вы меня снимаете, что ли? А, я забыл сказать, я только что проходил, кстати, там вот такая небольшая, маленькая. Ну, я их столько перевидал, змей этих. И вот передо мной, чик, и прошло туда. Змея? Да, ну эти черные, что водятся, гадючки эти. Гадючки, ну, черненькие. Они даже если укусят, немножко опухнет рука, и ничего страшного. О, каждая будет за одной сиськи держать, или? Да, каждая за сиськи будет. У нее столько молока не будет. Найдем. Ох ты какой. А там вот это вот молодежь, да? Там? Бычки. Там молодежь. Не, не молодежь? Понятно. Ну-ка, покажите мне этих бычков. Чего себе. Сейчас я тебя сосочкой буду держать, аккуратно будешь. Чувачок, ты мой хороший. Клевый, да? Ладно, пошли, попробуй. Да. Ай, ты такой хороший, ты такой сладкий. Коровы две. Ну, это вот родила бычка. Вот это? Да, вот и это? У нее мастиф. Мы сейчас разгаиваем ее, чего? Массив и присмотрим. И укол делаем, заболел. И мы кормим малыша от другой коровы. Самый хитрый.